есть твин, который может... Ну я понял, никому плюсовать не надо, там все запомнили, правильно? На ринге плюсуете. Кунка уже в игру заходит, обнова была. Нет, завтра. Завтра я, наверное, тоже пойду во второй. Скорее всего. Чтоб там хуйня не занимались. Бля, фонарь, не пуляй, там рейд кто-то двигает, типа... Да, ой, блядь, я ничего на этого френзи кикнул, блядь. Дай ему пати, пожалуйста, там френзи обратно. Вот кто из вас умирает, дермич ты или фонарь, я не пойму. Вы у меня одновременно умираете, типа. И оба не хилитесь при этом. Да нет, мы живы, нормально все. Ебаные нахуй фрейбы эти конченые, блин, ненавижу их, блядь. Подожди, после еще пачка не пуляйте, там буквально там секунд 10, чтобы нас... Да, дайте на это говно выправиться, блядь, без комбата. Ладно, парни, тогда удачи вам сегодня, пойду отдыхать. Хорошо, вечера всем. И тебе тоже. Да. Это кто сейчас, коридор разговаривал или кто это? Да, Фури Фар был, держу в курсе. А, Фури Фар, ну тогда давай завтра. Да, не вопрос. Вас починили все до нахила? Не знаю, я перенастраиваю, мне похуй только. Хороший. О, те совы. Да залупа ебаная. Хоть тебе ФК стоит, блядь. То он, сука, в одну цель бьет, то нахуй он бьет вообще вокруг, я не понимаю, блядь. Ты тут сделал, блядь. Привет. Привет. Я такое говно в своей жизни не слышал так давно. Просто. Ужас. Маги, дайте что ли? Фондра, АП фланский. И Акума. СПД фланский сопрот. Угу. Турсы.
А это нормально там на плейбое, блядь? Я ж отменил Какое за завтра, блядь? У вас там не хватает людей, блядь. Перенесите свой за, блядь, на субботу. Конченый рыбар. Дермич, ты чё хочешь? Я ОП раздаю. Я понимаю, Швепс, но, блядь, перенесите на субботу. Суббота — свободный день. Плюс у вас только там у 6 человек получается. Как я понимаю. Саппорт ХП? Ну, мне не говорили саппорт ХП. У меня только СПД раздаю, типа саппорты потом, если надо, будет раздам. Блять. Долоран. У нас есть на ХП. Потом трейд, да, на потом. Я ему дам на ХП банку. Потом даст себе. Кидайте обмен. Спадай трейд, Ром. А кому можно за сапротиком? Одну. Да сейчас я тебе дам фонарь трейд. Давай мне обмен, я тебе все продам. Все, на АП все фласки взяли, получается. Мирай, ты взломан завтра ж не идешь, я так правильно понимаю? Еще раз подоберу кто? А ты чё не сможешь? Вы заебали нахуй. Да ты не парься, я там приду, блядь, палом нахуй, ебать, пойду рейд. Заебись рейд, соберемся. Вот будет, надеюсь. Дарзик, у когда у кого? У ДК Милика или у СПД Хива? Мирай, давай-ка ты сможешь, нахуй. Там школа у тебя там до двух, нахуй, или до скольки, блядь? Нет. Ну, у Миликов на АП же, естественно. Нет, смотри, в школе уже был последний звонок, так что это каникулы начались. Давай, и пойдешь завтра во второй. Да-да-да. Не, кстати, вот не говори про каникулы, начались не у всех. Некоторые учатся до 30-го, кто хуёво учится, а он пропускал много. Он нахуй будет до июля учиться сидеть. А, блядь, у вас же каникулы реально начались уже, ёбаный. У него экзамены, у него экзамены ещё. Шкафчик, это с 15-го, с 20-го числа начинаются каникулы. А у хуёвочников это 28-го, 29-го. У каковочников? А, умираю, короче. Много пропускал. Сейчас закину Эридару, подождите. Ё-моё, а сколько он про... Я тоже много пропускал. Видимо, не настолько. Всё, остальные Эридар есть. Так, рыбку кушайте. Это восьмая пати всегда будет, да? Типа весь рейд. Да. Убить сейчас, просто восьмая пати. Да-да-да, я сейчас вскрою. Это все. Главное, чтобы они в бою не ливнули там. Ну да. Ливнули их, то все хилы нахуй в ЧС покидают, а потом забудь, что их нахилить. Давайте, шкаф, быстрее поехали, ребят. Раньше начнем, раньше закончим, блядь. Не хочу долго сидеть нахуй. Да, да, Синрит сюда. Как в прошлый раз. А, кульнул. Кто был соблюнул? Это сейчас просто босс. Забери босса быстрее. Геру дали ДП. Hmm.
Ждай массакру фонарей. Айсбаунд нажми, Дермич. Все, хорош, не види, нормально. Все, стой. Святой человек. А у меня. А почему у меня, блядь, все настройки по пизде пошли? Где? Ясно, нахуй. Идите потом трэш бить после масок. Мне это у меня ван слетел, блядь. Тут нихуя не показываю. Пиздец, блядь. Ну это все ваши точки ВПНов, на которые постоянно ломаются. Заебал эта хуйня уже. На этом ебаном сервере, блядь. Ясно. К успеху шел. Фонарь, дай массакру. Верните босс. Блин, что-то перестал падать. Хуй, так какая-то. Нету сколк? Mm-hmm. Показывайте все тут. Ну-ка, абсорб, хил абсорб, блин, коните, что там, какие цифры, Волонер? Ну, у него на третьем месте, блин. Так надо скидывать. Третья. Не понял. Ты что такой довольный? Ты что, занидил, нанидил, что ли? Да. Нахуя? Я не понял, в чем прикол, типа, Олега. У тебя две шмотки, блядь. Не, блядь, они общие скидывают, я говорю, что посмотреть, сколько там показывается абсорба. Не, ну все правильно, все правильно. Я думал, Т4 починили на шамана. Вряд. Нихуя не починили. Его не ломали, его просто поменяли.
Ну, а его нахуй сломали, поверь. Ну, просто поменяли отдельно. Просто больше одной кнопки жать. Это просто у тебя умножение убрать и поставить все в ППшку, блять. О, да я только рад буду, типа. Один хуй там умножение, ничего не хилит без постоянного нон-стоп урона, чувак. Дайте дживсы, пожалуйста. Сейчас на другом боссе. Спасибо. На лане будет хорошо посмотреть. Типа, это только и работает на таких боссах, как, типа, Проб, Синдрал, Лана. Да, да. Типа, оно больше нигде и не работает особо. А личная перефазе, когда на платформу переходишь, не? Ну, личная перефазе, да, типа... То есть ты стоишь весь бой АФК, и потом только на перефазах хилишь, по сути. Мне то же самое. Ну, в обычке только, типа, в хэмке там еще будут во время боя вальки бить. Так что там, в принципе, будет чем заняться. Хэмки, да. А сейчас сходи, это вообще АФК-босс. Пуга рейди. Похиль? Зачем, если я на РТ хожу? Я послушаю, ты поафк-шишь. Ну, типа, если рейд без ДЦ, АФК-шить никто не будет. Даже ты на своем шамане. Да, типа, там основную работу ДЦ делает именно. Этих кливать уже надо. Дермич, айда сюда. Бля, больно. Швепсика больно бьют. Ну, Вальмора, давай трейд кину тебе. У меня лежит. Можно мне тоже трейд, пожалуйста? Я сегодня третий кусок выхопал, взялся. ГЦ. Остался еще один на следующем, когда ебану. А я на этом, когда мог четвертый на своем холле поле уже забрать. Тут надо найти, что повезет. Да, щит вообще бомба. И это божественное одобрение, как называется. Ну, который обсор. Нет. Который 100% крит дает. Раз. На секунду, это же пиздец. Так, Дермиш с правой стороны, фонарий слева. Аж, подожди, Штюм. Кунку сейчас уманем. Так, Дермиш с правой стороны, фонарий с левой. Хотя не, наоборот, фонарий с правой, Дермиш с левой. Ондра с правой стороны гриппаешь этого, блять, еблана слезть центрального. Первая пачка с левой стороны заливается трэш. Вторая пачка с правой. Четвертая пачка с правой. Нарзик тоже с правой. И третья пачка слева. А у нас это... На кого квест сегодня? Не знаю, похуй. Ты за рыбу хавайте. Шкаф поставьте, суманите кунг речь. Кого кунг суманить? Все, блять, будешь разраливать нахуй. Как нехуй. Не понимаю, молодой. Да ты суманул не того, молодой. А во, кунку, блядь. Нет, ты швепса суманул. Ну, блядь. Ебать. Знаешь, кого старого швепса? Да, может, я на самом деле хотел швепса к себе поближе пододвинуть, блядь. Прикиньте, это по фрейду. Рыба, что ли, кунку быстрее, кунку, шавай рыбу, и мы поехали сразу. Все, поехали. О, за хуйня. Трэш залили быстрее. В лужах не стойте. А ты мне куда? Приверженцы культов, ребята. Подгрипывать. А, там... Я один ДК здесь. Ну, так ты один будешь подгрипывать. Окей, окей. Ой, бля, крылья продал. Приверженцы культов убивайте в первую очередь, нахуй. Чтоб потом не было залупы, нахуй. А ты что, не при? Нет. Че?
Я же сказал, самый большой драный. Полагает, ебать. По трэшу поехали. Трэш вишни или быстрее? Просто power control. Приверженца, блять, почему он целый до сих пор? Ребята, нахуй, в чем проблема, блять? Вы конченые или что, нахуй? Вам, блять, метки ставить, кто из них приверженец, а кто, блять, фанатик, нахуй? Фанатик этот или фанатик, как ты его правильно, блять? Еру дайте. Бурст, ты жмите, переводим, нахуй. Поднять, Вара? Да, подними. Нарзик и контрол. Нихуя не успели, нахуй. Стопайте ДП, сидите по трэшу, гоняйте. Кунка. Кунка. Быстрее трэш добили, по боссу поехали. По боссу. Собирай. Это все нормально, он крепит. Довольно. Блять. Да не дергай ты его, блять, оставь тут, нахуй, ёбаный рот. Противится моей воле. Ебать. Духи аккуратно. Служу увидеть. Найс, кру фонарь. Он на сурке 18 место будет держать. Добрый, хорошо, Кунг. Посмотрим. Я буду на 18 месте на сурке. Шэм, ебать, шэм, бегите нахуй. Я бы шаща откатил. На, нахуй. Два вихрейка. Почему я не удивлен, если б Кунка бы ша закрутил и пол арена положил нахуй? Не успел. Сказывай, все тут. Осколок выпал? Да. Отлично. О, осколок. Главное, что осколки там. Кто пульнет первый пак, который перед телепортом, тот вонючка. Петр, пожалуйста, не за пуль. А кихера, блядь, мы отказываемся от лута. Еще раз занидишь, нахуй, я тебе фул хп. Ой, тьфу ты, блядь, фул хп сниму, нахуй. Это который шмотом торгует? Сам идешь и кинешь мне трейд, нахуй. Деревянными членами, блядь. Понял, шмотку спиздил, так еще хочешь, чтоб сам Феникс ему трейд дал. Зазнался. Ну, в шоке. Нет, он одну спиздил, а вторую выиграл Феникс. Он говорит, давай трейд. Верни на место. Логаш.
Не знаю. Не собирал. Может, сразу дракона собрём, чтобы не прилетел, потом не ждать погоды? Нахуй нам пришли. А чтобы никто не упал. Да, я знаю. Теперь специально научиться упасть. Что, подсек догоним? Ранцы возьмите все. Но все равно задержка какая-то ёбнутая. Хера, я до сих пор не вижу трейда, блять. Да я тебя не могу найти. Ну смотри нахуй. Я тебе 15 секунд даю нахуй. Ну давай я лучше сейчас найти не могу. Тебе танка лучше херить. Шердяга. Это пиздец, но у меня даже метка, блять, единственная на рейде висит нахуй. Да у меня на экране дерьмище очень много. Реально, блять. Ты чё, блядь, Сереж, на экран? Сирус X4. У меня на экране видно только моего перса, чтоб ты понимал. Так, рейд, синрейдсу, протопавер и кринжкинг. В пушках. На тот корабль почти всем летим. Село. Тут остается только Ринда. Ондра. Чувава. Вейт Фьюри. Нарзик и Кунка. Все, остальные все на тот корабль. Вы видите, что это там вдалеке? Дерьмич, ты на тот корабль летишь, блядь. Ты ж декан, нахуй. Паладины не танчат, Мурадин. Паладины не танки? Чё? Паладины заглатывают у Мурадина, блядь. А, сейчас, все, я прыгаю. Дерьмич, ты на этом корабле. Это челлендж. Не надо мне этих челленджей, блядь. Что? Я два мага даже не смогу нахуй подождать, тебя, блядь, сложно нахуй. Нет. Я прыгну. Не, по фактам, фонарик, по фактам. Какие факты? Нет, это не то, что ты, блядь, хуёвый танк или что-то, я тебя как-то оскорбил или обосрал, а то, что, блядь, в принципе, нахуй, паладины, блядь, из-за щита, нахуй, короче, дерьмич полетели. Ну, настакивает больше, чем на ДК, намного. Удали паладина нахуй. Тогда я буду плохим танком. Ну короче, Феникс сказал, что попало хорошие танки, просто ты не умеешь играть фонарь. Да, все так и было, по факту. Я ухожу к вождю. Истинный вождь. Нет, я шучу. За все когда-нибудь там окажемся? Да! Вождь не играет. Ебать, Паприка какой-то оптимистичный. В смысле набирает там? Бьёр набирает, мифологи, рейды. Я разговаривал с Дрищом, сказал, что Бьёр вообще у него актив, наверное, срезался. Он, короче, ноф ушел на английский сервер играть, он же там работает. Поэтому он на сервере обычно играет. Ничего нового, блядь. Он, по-моему, постоянно всю дорогу нахуй куда-то уходил. Да, он туда ушел ради бабок, я уверен. Ну да, он там деньги зарабатывает. Он типа не работает, но он на офис зарабатывает деньги. Да, как я и говорил. Он это называется Switch. Свичнул. Клоун ебаный нахуй. Ёбаный, точнее, правильно сказать. Вот ты хихикаешь, а потом мы к нему вступим. Блять, Кунка, хочешь, я тебе прямо сейчас помогу, нахуй? Поможешь? Реально, блять. Сейчас, подожди, ЕБ. Заявку за тебя оставим, нахуй. Подожди, ЕБ, заскриню сейчас его, все. Не-не-не, потом ЕБа не возвращается. Скрины не помогут, скрины не помогут. Пожалуйста. Я юрист, я юридически докажу. На пиратском сервере, да? Да. Это так не работает. У меня папа без урон. Значит, ты без работы. Это свободная вода, тут не работает. Без подписи двух сторон, все твои договора, нахуй бумажки в туалете. Я подделаю подпись. Еще одного мага подождем. Нормально, сколько там столько? 36. Должен нам прожить. Еще есть баунт, есть зубы, нормально. А чё он с королём в рейде делает? Я так и не поняла. Сидит тут, блядь, подслушивает на... Дермича, держите на фул, Глю, блядь. Дермича на фул держи, пожалуйста. Кунку на фул держите, пожалуйста. Дай ему камни фонари. Какую кунку, блядь? Какой фонари, дай коплю Дермичу и нажми массакру.
Давай я. А, только одно работает. Массакру попытаюсь дать. Дотянулся. Ну, он каплю дать. Я дал. Точно, я забыл, что такое норма. Я могу. Зубы каплю, давай подермичу. Каплю дал, все. Нормально. Попал плохие танки. Айсбаунд жми. Все, улетаем. Подермич, улетай. Ух, я. Не бивать. Не, Вальмор, я уже пробовал Мурадину, все перепробовал, типа там похуй, замедло, не замедло, даже вот Татранца и так далее, там нихуя в 25-ке не работает. Если в 10-ке это работает, ну, сколько, в 25-ке это нихуя не работает. Уже там все перепробовал. Двойку, Я уже там все перепробовал, они эту пофиксили хуйню, замедление там и прочее. Не, на фонаре бы смог. В 10-ке просто у него скорость атаки может быть меньше. Я хуй его знает. Типа 25, может он чаще бьет просто немножко. Поэтому не хватает. Ну, может быть. Выдернись, я сейчас буду плакать. Че ты колодец не тыкал? Блять, ну где ебаный плащ, который, сука, по КД падал, нахуй. А, в смысле походу, бля, я же хотел в сове. Ну ладно, похуй. Так, кто хочет почилить? Один. Типчик какой-нибудь. Давай. Варчика на панельку. На одного босса. Не, Канна, забей. У меня еще дурейды забронировали. Шкаф поставьте, шаманить. Пятая патика. ДЦ спекаться. Да не надо нихуя спекаться, блять. Тут два хила выхилить нахуй. Да не, ПС-ку кому-то дам. Приятно сделал хоть кому-то. Вот Кунки, к примеру. А реально, блядь. Не, Кунки не надо поиск, пока три стуна. Дайте мне Нэшку, пожалуйста. Кто будет кидать мне Нэшку? Я дам 500 голды. 500 голды? Дермич, давай я тебе дам косарь голды. За 3к нахуй минимум предлагают, блядь, на Нэшку нахуй торги, а ты, блядь, 500 бомж. Я себе, блядь. Так это чё, это нерационально за эту вонючую Нэшку худший раз. Предлагаю истерию по коту, блядь, а не по этой. Шкаф. Дайте ей кулак. Бля, надо было огненный зев купить. Там, дайте шкаф там в степях. Я купил огненный зев. Вечный пламя просто? Шкаф. Да это пиздец. Да, шкаф. Ну, манете этого ДКшника сегодня. Нет, Локи, блядь, поставьте ебаный шкаф. Пробафите фулл рейд потом сразу. Тыкайте. Ну, в степях, блядь. Оттуда не задамажит. Маунгля. Эх. И во славу короля бича. Негры? Кунка? Кунка, ты человека надо было делать негром. Так вот, я смотри, черножопый какой. Ты латинец будешь. Хуета, блядь. Я негр. За шоколадка. Там что-то про негров говорит. Можно устроить голодные игры в честь этого. Я воды хочу, дайте попить. Негры и пидоры, кстати. Если я стану пидором, но только чтобы тебя трахнуть. Нарзик, блядь, даже трикса не может дать нормально. Нарзик вагон. Реально, блядь. Ты Нарзик X2 бросил, что ли? Не играешь там больше? Ну, вообще в 10, блядь, нет? Да ебаный бульный рост, нахуй, я его мать шатал.
Салю дал кринштингу. Нахуя? А так? Ну, чтобы я спокойно наиграл. Так он и так спокойно играет. Со мной еще спокойнее. О, слишком можно кинуть рейнджу. Что-то этот вар, типа, плейбой, это что, фурики, типа? Да. Да. Фурики. Пошел, я его больше не вижу. Кунка? Вполне неплохо, 16 тысяч почти дал вар. Я говорю же воля. Ну, воля. Чья воля? Моя. По факту, блин. Квест на болезни. Хорошо. Открыл. Хороший мальчик, фонарик. Лучи танк, лучше сказал бы. Лучи танк. Ты портал открыл, блядь. И квест линканул, вообще хорош. Мега хорош. Супер. Топ-1 танк Асгарда. Лучше, блядь. Я вам вот на ребро линканул. О, спасибо большое вовремя. Глю линковал же на ребро. Меня не было тогда в инсте. Дайте ДПС этого, блядь, сурка. Ещё. Бэйпимон, чё там? Демона обогнал? Я тоже не скину. Мулинруш, вот это ДПС линковать не надо. Это какая-то другая... Нет, ты какой-то... Нет, это неправильно. Хуету линканул. Да, это правильно. А мы с севером кинули, блядь, по скрину там. А чё не так? Общий ДПС. Ну, у меня не 20 тысяч, у меня 15. У тебя неправильный счетчик среди Tails, надо поменять настройку. Ну, подскажешь, где это сделать? Ну, потом. Кунка 21 кандал, что-то я сомневаюсь. Ну, это с трэшем со всей херней, ну, он все вот считает. Вот криншкинг, что-то похоже. Нет, у хуйня у криншкинга. У Кунки 20 200.
Нет, какой-то кривой детейл. Что-то вообще хуйня у вас. У меня 21 с хвостом. Нет, 21 500, у Севера 19 300, а у него показывает ровно 19. У него сейчас, типа, посмотрите, тебя, вот так, правильно? У тебя неправильный, у тебя нет. Нет, неправильный. Почему? Севера, ты в Африке бил или в Дестрике? В Африке. Ну, Акума у тебя сильнее всех отличается от всех. У тебя точно неправильный. Что неправильно-то? Нет, там на проколок. Вот, у Швепса, правильный. Но мой перебили. Швепс? Пиздец, какой спам, нахуй. О, а можно я тоже? Вот, линком? У Бентли тоже правильный. А у меня? Постоянно. Я потом вам подскажу, как настроить. Нахуй вы все это скидываете? Там просто очереди, короче. У него, как у меня, один в один ДПС. Скидывайте только основное, типа. ДПС у некоторых неправильно, потому что в настройках details у вас стоит, что счетчик урона идет эффектив, а не актив. Вот это надо скидывать. Поставьте в настройках просто галочку, чтобы он активный урон считал. А это типа где? В отображении? Где это? Скажи, где это? Сейчас скажу. Блять. Настройки, options, и там мера времени, activity time. Подожди, активный это который прям с пула бесконечно считает? Получается так, да. Вот он, да, вот он правильно. С пула, и когда ты умираешь, то он урон перестает считать. Вот. А там второй он считает только тогда, когда ты бьешь. Да. Бля, где этот options? За самый говняный тринкет почти 100, изи 150 кадров. Это прям. Это вот в G2, там вот макрос, кастом, дисплей, там options. Шестеронка и конкурс. Ну, а дальше что? Дальше отображение, и там будет мера времени активить. Да. Подожди, мы ее продали, что ли? А, ну, да, все точно, да, у меня эффект стоит. Активить надо поставить, да? Да, да. А, ну, у меня тоже эффект стоит. Так это она говно, блядь, ну, типа... Там на 1000 типа, на особо отличается. И теперь он будет считать с момента пула, как только первый урон вошел? Да, да, да. Все супер. Я что-то нихуя не понимаю. Где эту хуйню поставить? Если бы она прокала, там, ну, условно, хотя бы... Нажми на шестеренку, самое первое отображение, и посередине, видишь, мера времени. Прям хотя по центру. Хотя бы каждую минуту. То, ага, может, этот и что надо время поставить? Activity time. Activity time. Ага. Так. Ладно. Ну, теперь, извините за издевательство, возможно, но теперь, пожалуйста, можно еще раз? ДПС? Что еще? Настройки. Ну смотри, я тебе на стриме покажу. А, поставьте кто-нибудь ГБ после перелистит. Макрос, ну вот это настройки, отображение. И вот здесь вот видишь. Эффект и активити. Нужно активити поставить. А, все, спасибо. Кунка реально, блять, просто Мирай не было, он бы теперь отдупесил на. Блять, заебал с этим вчерашним. Ты забудешь это, нет? Профы есть, скрины есть, поэтому ну. Кам, лога нет. Дайте ГБ, пожалуйста. Один осколок упал только, да? Сзади поставил, Феникс. Спасибо. 10 штук, блядь, поставили. Все, спасибо. Я просил один. Ой, все дали по одному. Я достанил. Дисплейте. А, надо этого штурма сейчас закинуть. Мадмора, хочешь еще одного босса пощадить? Тухло. Ну давай на одного босса. Освещу еще раз. Клонечки. Напоминаю, по поводу крови. Никто не родит. Кровь забирает Фурик. Плейбой, да? Плейбой, да. Да, то в прошлый раз у него спиздили. А, точно. В прошлый раз были нечаянно за него. Не сидя, а проебал. Проебал. Да поставьте распределение, вот я сам кровь передаю. На всякий случай руки не потянешь ни у кого. Да нахуя? Лучше ж потом не насунуть. А, у тебя дневного есть, да? Тебе только стухло надо. 1007, нахуй, я думаю, нормально. Ну вот, тогда... И зашибись.
Ты же берешь гнилого. Да это Настя его тиранит. Да ничего, блядь. Она, блядь, живодер, пиздец. Она, короче, сука. Ее, короче, сегодня сер в Дисе обидел, нахуй. Она говорит, все, пизда этим фералом, нахуй, блядь. Фералы, блядь. Сука, да не живодер я. Я просто не люблю кошек, я ее не трогаю, она вообще хуй пойми где-то. Почему же в Дискорде шел, Настя заговорила, кот отвернулся, жопу встал ко мне, их обиженный сидит. Мяу, мяу. Боешки. А у вас дома кошка? А чё, я там ничего такого не сказал же вроде, просто... А, блять, я лут забыл поставить, да? Да. Да скамешу. Наверное, боешка на меня наебан. Да, жить 200-я, блять? Водинка, нет, 187-я. Я думал, 284-я. А что ты мультера поставил? Да я забыл поменять, блять, уже сказал, нахуй, повторил. Ребят. Меня наебали, я не вижу ее, нахуй. Панорегу? Акума? Панорегу? Акума Матата. Ой, Кана, ты меня наебал, нахуй. Я да, блять. Дайте рыбку. Пизда был. Идемте пулить. Какой пулить? Блядь. Меняй. Рыбку дайте. О, свет, нихуя себе. Штурма, штурма сумонить. Шкаф, шкаф, шкаф. Шкаф тыкнуть. Пиньята, ёб твою мать. Кто? У кого она? У Мулинруш. Пиньята? Зря разбили, аж бабчик хотел взять. Блять, Мулинруш, ты лучше человек, я тебе отвечал, пиздец. А что она дает, Пиньята? А ну да, я возьму. Она? Я с демоном баф успеваю взять перед боем. Жвачки. Куба. Да, блядь, дайте рыбку. Да я все равно вот ДПС, нахуй. Так а что эти жвачки дают тебе? ДПС. Связающее дыхание. Да, пристать дамажить буду. Где этот штурм? Жвачки, блядь. Как долго, нахуй, блядь. Все, поехали. Кто фонарь работает? Нет еще. 3, 2, 1. Блядь! Хорош, хорош! Блядь, это штурм АФКшит, да? И хуй я ему самон кинул. Ну он АФКшит. Он релогался. Ой, блядь. Зайдите все в центр. Падай? В центр все встанут, да. Диван дайте пока мы. Фонари, есть. Дай мне диван. Я сзади. Все. Хорош. Мега хорош. Реснешь первым кунку, потом меня. Ебан этих тормозов, нахуй. Что он там, блядь, релогался? Он на ФК нахуй стоит. Его, блядь, ему не надо релогаться. Ему просто, сука, принять ебаный сумон и пускай он на ФК нахуй стоит. Блядь, ебаный нахуй бесит. Вайпа не было. Папочка, у меня получилось! Снимайте что-то, диван, давайте масрез. Еще раз сумон этого, блядь. Штюрма, блядь. Сначала танк. Штирлица, блядь. Масс, почему надо отсюда? Чем отсюда надо? Кольцо. Подожди, сила гнили? Без пина. А что, ну тебе надо, что ли? Да, да, мне сила гнили нужна в бисе. А с обычки, да? Да, с обычки. Она дает 25 сил, это дохуя. Ты, блядь, раньше не мог сказать? Да все, кунка без кольца пошел. Я говорил, я говорил. Ты не говорил, он 3 КД уже ходит, он 3 КД ходит с нами, этот ДК. Ну, ты не говорил про кольцо, нихуя. Я, честно, впервые слышу. Он 3 раз заходит уже, подряд. Брин, за Брином я себе кольцо. Я его только на Брине видел. Ну, скамишь, бля, кунка. Меня заскамили. А да ты скамишь, 3 КД уже, понял? Давайте на сходный стан. Хотя бы под босса по-братски. А чё, да? 5, 4, 3, 2, 1. Будь ли твоя Гера. Вы в кого напулили? Ты не станчил первый.
Ну... Сейчас, у меня бурс попадет, дермич заберешь. Уже так полутал, держи сам уже. Ну ладно тогда. Кунка, я тебя догонять буду. Давай. Я слышу здоровый дух соревнования. Да, протопал и R1 Вара. Ура. Метис всегда был R1. Так точно. Бля, он же мусорный негр? Ты че моего дедушку оскорбляешь? Это донатный вар, короче, с X2, да? Типа метис, который... Ему брюли выпали просто подряд, ему повезло. Рассказывай, блядь. Чему выпал? Подожди, а почему он мусорный-то сразу? Ну что, у него фул брюли? Ты забил. Нет, он в PvP мусорный, типа, в PvE, а он, естественно, так там не башка. Там разные люди действует. Играют, понимаешь? А, ну хуй знает, я так близко с языком. Не надо было, да? С двумя выжить. Там, типа, батя PvE-шит, а сын PvP-шит. Вау. Это я, да. Да. Папа, Кунка, это хочу батя. Фул брюли. Кунка, батя? Ну, да, бывает. Только если фантазия у него уже снова. Кто последний, тот и папа. А я-то думаю, почему, блядь, Митис так же хуёво отыгрывает в ПВП, как и Кунка. Хорош. Понял. Ебать. Слушай. Настя, у тебя ник случайно не Кринж Кинг? Нет. Давай этот, Беба, ренейм делай, Настя отдашь. К сожалению, нет. Почему засады нет у Рейни, кстати? От Сакру сдал. Он боится с Кринжем. Не буду. Боится пересекаться, да. С королем Кринжа. Реально, блядь. Он на тот гиф, как на той гифке, на него посмотрит. Я вот не скажу. Не, ну плеваться в кулаки мозгов хватает, как бы, да, и смелости. А прийти в один рейд. Сейчас можно не сбегаться. Да, не знаю, привычка. Заблевали, что ли? Перебелевали, даже, так сказал. Хрен догонит, что ты просто. Блять, опять лут не поставил, да? Кольцо все равно не упало. Это да какой-то бедный, ему нихуя не падает. Не бери его следующее, когда, пожалуйста. Плейбой же крови, да? Блять, ну и, конечно, хуета падает. Хуета нахуй. Там трапа. Фонарь, тебя спасешь, если я моба пульну? Стой, иди сюда. Что, я уже пуляю? Там трапа еще. Да, там трапа. Вау! Трапа! Блять, Знаете, что мне кажется, ребята, что походу админы урезали дроп осколков из-за того, что они их добавили вот в шоп? Не, вряд ли. Ты знаешь, они лучше падали. Они лучше падали немного. Как только их добавили, они вроде, типа, ну, может и много выпасть, может и нихуя не разве? Просто на X2 у меня также типа было. Это супер рандом, там и один осколок. Они стоили в 10 раз дороже, чем тут. Нет, так же стоили. Они точно так же стоили все. 50к в осколке. Не, если брать среднее число, то они в среднем падали. Дермича, я на слизнях. Везло хорошо, а теперь как бы, ну, как обычно. Без хэмки просто не особо видно прогресса. Был бы два рейда, быстрее бы собиралась Феникс. Ну. Обычки только лутаемся, потому что... Так гоу в хэмке лутаться. Альмору суманите, шкаф тыкните. Нету ее пока что.
Реально? Шкаф. Реально? Я думаю, мы просто еще не осилили. What the fuck? Просто слабый для хэмки. Эмка? Лиз попадала, сука. Организовывал салон. В кого? Принч Кинг. Зачем? Чтобы жил. Ну, а пул в Кринч Кинга. На пул в меня. Акума танчит. Я могу спрятать, кстати. Фонарь, показать, что такое огромное. Что вы мне бебу душите, а? Кто душит? Никто бебу не душит. Я его наоборот спасаю. Беба члена вредительством занимается. Члены? Его кунка, да. Вчера душил нахуй. Реально, блядь. Точно не бегу души. Его никто не душил, блядь, только кунка вчера душил. Это только Беба имеет право душить человека, сам того не знаю. Да, Беба? Угу. Настя, вчера хорошо порегали. Батя, это только что Кринч Кинг говорил, нахуй. Да. Да, он со мной разговаривает, а с вами нет. А Саша, он только избранным отвечает. Беба, ты что, переименовался, нахуй? Он стал королем. Он стал Нарзиком, видишь? Был Беба, теперь Нарзик. Стал королем титанов, ну? Шаманов? Кринжа. Чемпион среди людей! А что за слово такое модное, кринж какой-то? Это, короче, этот, понял, да, ТикТок? Так звали великого императора второго. А вкрашилось? Краш это, короче, когда... Машина, да? Да, да, да. Машину. Вот бабушку сбил, там, крашнулся. Вот у меня рекорд лично 4 было. Это слишком старый для таких слов. Блин, какой кринч, я не могу. Это у Кунки мой Холи Паладин ПВПшный краш. Подожди, ТикТок же забанили в России, нет? Так Кунка колясочник. Так у нас же запретили гей-парады, подождите. Не, ну между прочим, на коляске я ебать скорость разгоняю, нахуй. Пробивай, там, блядь, почему же так 6? С первой на вторую скорость переключаю, нахуй. Угу. Реально, особенно когда быша крутишь, нахуй. Там сразу пятая. Там педалька сразу подкручивается, нахуй. Сразу же, нахуй. Они, кстати, кажется, починили баг. Я забагал там, кстати, не баг чего? Это Сирус. Да похуй, не следи, добьем так. Ну да, сами уже. Я ДПС подкручу чуть-чуть. Таунчу босса. Ясно, блядь, накрутчики, блядь. Я в соло таргет дал ДПС. Опа, блядь. О, осколок. Бисовая чива, нахуй. Пошел я кольцо апну, нахуй. Ты только кольцо апнул? Да, блядь. О, у меня две болезни. Ладно, не пойду потом, блядь. О, кто первый раз... Да не, иди делай кольцо, мы сейчас как раз идем квест сдавать же. У нас же перекур будет. После профаунд. Квест сейчас идем сдавать, он перекур. Я вообще без перекуров пошел. Кого-нибудь... У тебя есть Андрей Сердоль сейчас? Ноль. Нет. Давай мне обмен, блядь.